43,5 тысячи семей в Чувашии получили сертификат на материнский капитал. Федеральный закон о господдержке семей, в которых родился или был усыновлен второй, либо последующий ребенок, действует уже 5 лет. За это время размер материнского капитала вырос с 250 тысяч рублей до 409 тысяч рублей. В Чувашской республике почти половина семей уже распорядилась средствами капитала. Принято 23 тысячи заявлений на сумму более чем 7 миллиардов рублей. Чаще всего материнский капитал направляют на улучшение жилищных условий. Более 18 тысяч семей использовали сертификат на погашение ипотечных кредитов. Еще 4 тысячи приобрели жилье, использовали средства на возведение или реконструкцию дома, направили капитал на долевое строительство, получили компенсацию за построенный либо реконструированный дом. Материнский капитал на оплату обучения старших детей направили 411 семей. На оплату содержания ребенка в детском саду еще 109. В целом образовательным учреждениям перечислено 14 миллионов рублей. А вот на увеличение накопительной части трудовой пенсии матери заявлений в республике пока не поступало. Между тем, при выходе на пенсию в течение 10 лет можно получать средства мат-капитала в виде ежемесячной выплаты. На сегодня прибавка к пенсии составила бы 3408 рублей плюс инвестиционный доход. Татьяна Молокова, Республика.